подругой очень давно играем в волейбол, познакомились на волейболе, и как-то 1,5 года назад она предложила начать развивать спорт в городе, волейбол. У нас в Заволжском районе нет площадок, на которых мы бы могли заниматься, а у нас очень много желающих жителей заниматься пляжным волейболом, развивать его. Вот. И суть проекта была в том, чтобы построить площадку, на которой у всех была бы возможность заниматься спортом. Любовь к волейболу стала стимулом взять дело в свои руки. Сегодня в руках благодарность за вклад в развитие города. Случай не единичный. Региональная программа поддержки местных инициатив работает с 2020 года. За это время реализовано более 80 проектов. 2024 уже поставил рекорд. В этом году такую поддержку рублем получило сразу 35 инициатив. Благодаря идеям за авторством жителей преображаются улицы и районы, появляются новые культурные, спортивные объекты и зоны отдыха. Новый конкурсный отбор в программу начнется в сентябре. Увеличится число направлений, к местным инициативам добавятся молодежные и людей пенсионного возраста, а объемы финансирования программы вырастут. Мы увеличили сумму сфинансирования со стороны областного бюджета для муниципальных образований, для городских поселений, для муниципальных районов, сельских поселений с 3 до 4 миллионов рублей. Кроме того, для города Ульяновск увеличено количество заявок с 35 до 40, соответственно, количество субсидий, сумма субсидий также увеличена. С каждым годом растет интерес жителей к другому, схожему по смыслу проекту. Городские власти значительно увеличили объем финансирования программы, чтобы как можно больше жителей смогли реализовать свои проекты. Обращаются граждане к своим депутату, и далее он уже помогает с тем, чтобы правильно оформить проект, для того, чтобы найти где-то партнеров, потому что соучастие требуется не всегда только граждан, а где-то нужно, чтобы были еще дополнительные партнеры, за это начисляются баллы. Хорошо, когда участвует бизнес, расположен на этой территории. Ремонт пола и потолков в ДК 1 мая, благоустройство детского сада номер 166, установка спортивного комплекса на Игошина и многие другие. Кроме этого, за счет средств городского бюджета на основании решения Ульяновской городской думы реализуется мероприятие, так называемый народный бюджет. В комиссию также поступают инициативные предложения от горожан. По итогам проведенного отбора текущего года победителем стало 33 проекта. На реализацию одного инициативного проекта выделяется от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Принятые и проверенные заявки попадают на отбор членам конкурсной комиссии. Оцениваются социальный эффект проекта, вклад местных жителей, привлечение спонсоров. Суммарно по двум программам в этом году воплощены в жизнь около 70 народных инициатив. Каждый из проектов объединяет общая цель. Все они направлены на улучшение качества жизни ульяновцев.